Всем привет! Сейчас я буду распаковывать очередную посылочку из Китая. Это должны быть TV-боксы A95X. Вот такие. Здесь их три должно быть. Они дошли, как всегда, медленно под Новый год. Но, тем не менее, они пришли. Вот номер для продавца. Я сразу же их и проверю. Они должны быть 2 плюс 8 гигабайта ОЗУ-ПЗУ. Ну и посмотрим, что здесь нам приготовили наши китайские друзья. Так. Первый. Nextbox. Второй. И третий. Так, немного помялись, но тем не менее ничего. Так, характеристики. M-Logic S95X, 4-ядерный A53 по 2 ГГц, графический процессор 8-ядерный, Mali 450, 2 ГБ ОЗУ, 8 встроенной, Wi-Fi 2.4, Bluetooth 4.0. Вот такой. Вот TV-боксик, я их 3 штучки заказал. Так, и здесь тоже лейба 2 плюс 8. Вот такие, они внешне красивые, очень качественный пульт. Здесь лучший пульт, чем в X96. Удобнее. Так, вот такие вот TV-боксики. Снизу. Вот тоже характеристики написаны 2 плюс 8. Так, на этой грани ничего. Здесь под карту USB 1, USB 2. Питание, HDMI, аудио-видео, Ethernet и выход для пульта, наверное. Так, вот такое. Так, что же внутри? Так, это какая-то рекламка от магазина. Так, блок питания. Как всегда. На 2 ампера. HDMI кабель и пульт. Пульт здесь лучше, чем X96. Он удобнее, и клавиши нажимаются. Ну, по моему мнению, это лучший пульт, чем X96. И инструкция, как всегда, на английском языке, черно-белая. Вот такая. Сейчас я проверю питание, приходит ли на этот TV-бокс. И буду открывать следующий. Так, да, питание пошло, индикатор загорелся, сначала красным, потом синим, загрузка сейчас идет, вот такой вот TV-боксик, но они дороже, чем X96, поэтому покупать их или нет, но плюс в нем в том, что у них есть Bluetooth. Bluetooth версии 4.0. Так что по той цене, которая продается 2 плюс 8, можно купить 2 плюс 16 X96, но у них будет 2 плюс 16 оперативной постоянной памяти. Так, здесь проверяю комплектацию. Так, это. Так, все есть. Проверяю по питанию. Сейчас надо заснять на всякий случай наклейку, нижнюю часть для продавца во избежание разных проблем. Так, питание пошло. Все нормально. Так, откладываю этот TV-боксик дальше. И последний TV-бокс проверяю.
Последний тюбокс проверяем. Так. Есть. Комплектация тоже такая же. Так. Так, питание пошло. Все окей. Тюбоксы на первый взгляд рабочие. А дальше будем смотреть, как и что. Спасибо за внимание. Смотрите мои распаковочки. До новых встреч в следующих видео распаковках.